Первые случаи произошли в начале лета. В течение нескольких месяцев вирус пытался убить население. Есть только одна надежда для выживших. Радиостанция на военной базе «Ноябрь». Проклятие! Нажми на газ, быстрей! Но мы же сбили человека! Соня, нам надо остановиться, мать твою! Продолжай ехать! Куда мы спешим? В ад? Давай, надо покинуть зону! Мы должны помочь! Все уже мертвы! Тебе помочь? Я все сделаю, я справлюсь. Жизненные органы, похоже, в порядке. Покажи мне его раны. Останови машину. Что это, Соня? Останови машину. Нам надо ехать. Я сказала, останови. В машину. Мутанты. Соня! Ничего не трогай. Вытри. Вам надо мне доверять. Вытри и продезинфицируй. Thank you.
Это база данных, Ноябрь. Она настоящая? Она существует? Внутри этих сукиных детей. Чтобы продолжить путь, надо заехать на станцию. Мне это не нравится. Если это сложный ремонт, она нас оставит. Она же военный. Она нужна нам. Заряжен. Умеешь стрелять? Пожалуйста. Не выходи никуда, хорошо? Я не уйду без тебя. Пусто. Стреляй, твою мать!
Оставь ее! Ты в порядке? Что думаешь с ним делать? Соня. Он пойдет с нами. У него аутизм. Он просто испуган, и все. Мы заботились о нем однажды, когда он приехал на базу. Ты уверена? Посмотри, он же псих. Он будет с нами. Соня, заражен он или нет, он не пойдет. Почему нет? Я сказала доверять мне. Доверять? Нами манипулируют. Почему мы не можем идти? Какая разница, мы вдвоем или нет? Дай мне объяснить. Ключи. Ты что, мы сейчас объясним, черт? Заткнись. Давай ключи, сука. Назад. Опусти оружие. Назад на 3 шага. Нет! Нет! Марк, все будет в порядке, успокойся. Расслабься, успокойся. Марк, очнись. Оставайся со мной, Марк. Я найду другое место.
Есть кто?
Ты должен выдержать, любимый. Экстренное сообщение. Вызываю базу «Ноябрь». Повторяю, экстренное сообщение. Вызываю базу «Ноябрь». Мое имя Соня Дюпри, врач скорой помощи. Передаю сообщение из рации в моей машине. Мой друг ранен выстрелом. Мы расположились в большом здании посреди леса. Над нами пролетел вертолет. Спасите нас, пожалуйста, нужна эвакуация. Мы не заражены. Помогите нам. Мы не заражены. База «Ноябрь», пожалуйста, ответьте. База «Ноябрь», пожалуйста, эвакуация, подтвердите. Прием, мы слышим ваш голос. Подтвердите место. Так точно, подтверждаю местонахождение. Авто... База «Ноябрь». Проклятие. База «Ноябрь». Да, я связалась с ними по рации. Они едут за нами. Как им можно доверять? Они не любят рисковать. Тем более после всего этого. Ты в порядке? Болит что-нибудь? Кружится голова? Тебе плохо? Немного болит, но терпимо. Спасибо. Что там? Соня. Рана была тяжелая. И? Это же хорошая новость. Но я же не мог заразиться. Вирус так не передается. Пошли. Здесь кругом бандиты, которые придут искать нас. Они, наверное, уже знают, что мы здесь. Ты в порядке? Марк!
успокойся. Марк, успокойся. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я была не уверена. Сколько у меня времени? Соня! Вирус сейчас на вегетативном этапе. Сколько? Три дня. Может быть, меньше. Военные должны нас спасти. Когда мы выберемся, они позаботятся о тебе. Все будет хорошо. Ты должен быть сильным. Не дай мне превратиться в одного из них. Умоляю. Я сделаю все, что смогу. Хватит. Марко, нет, Марк. Смотри. Марко, смотри, Марк. Посмотри на меня. Это случилось как раз перед карантином. Один из моих пациентов. Как раз, когда я его осматривала. Уже прошло 2 недели. Наверное, у меня иммунитет. Есть надежда, Марк. Без образца нельзя найти антидот. Дай мне это. Я с тобой. Я всегда буду с тобой.
Мне нужен морфин. Я не могу дать тебе его. Мне нужен морфин. Посмотри на меня. Ты дашь мне страдать? Ты можешь мне его дать? Ты можешь мне его дать? Нет! Успокойся. Успокойся. Ты можешь мне его дать! Вирус не живет в моей крови. Мой резус отрицательный. Я универсальный донор. Мы можем попробовать.
Соня! Открой мне! Прости меня! Марк? Открой мне, Соня! Я не могу себя контролировать. Марк? Сумасшедший. Прости меня. Я люблю тебя. Первый укол ведет тебя в глубокий сон. Второй укол повысит ритм сердца. У тебя закружится голова. Прости. Я так тебя люблю. Я вернусь, любимый.
Очнись. Очнись. Мы приняли тебя за одну из них. Прости за удар в голову. Ноябрь. Нет. Фрэнк. Ты военный? Я говорил с тобой по рации. Не вырубайся. Где ключи? Я не... Все равно там нет горючего. У вас такие шутки, Фрэнк? В сообщении она говорила о двоих. Где твой друг? Я соврала. Я застрелила его и убежала в лес. Ты веришь в это, Фрэнк? Сука! Кофе. Два сахара. Тебе уже не надо никуда идти. Ты уже ничего не выиграешь. Медленнее, медленнее. Полегче, черт возьми. Вот дерьмо. Что случилось? На нас напали каннибалы, и нам пришлось уходить. Мы залезли к ним в логово, чтобы спасти нашего брата. Еще подробности? Хорошая игрушка для врача. Наверное, они идут за нами. Я нашла ключи, Фрэнк. Почему нам не убрать ее? Одна пуля. И готова. Нам ведь не нужны остальные, Фрэнк. Ты всегда так говорил? Одиночество. Только ты и я. Рация работает? Нет. Работает только на прием. Передачи нет. Здесь есть военная база, Ноябрь. Иногда здесь пролетают вертолеты. Черт, эти вертолеты никогда тут не задерживаются. У них своя жизнь, и ничего их не волнует. Мы уже три дня так живем. Я бы на вашем месте даже и не подошел бы к крови. Вокруг эти кровожадные чертовы чудовища. Ты еще жив? Завтра утром мы пойдем в поход. Надо найти горючее и быстро сюда вернуться. Я никуда не пойду без ключей. На первом месте топливо. Потом все остальное.
Мне нужно взять кровь. Очень нужно. Я не заражена. Со мной все хорошо. Я жду ребенка. Мне надо знать, была ли рация там, где вы были? Отведи меня. Я должна сообщить на военную базу. Ключи от машины. Куда ты поедешь? У меня есть дело. Хочу похоронить мою семью. Встретимся тут? Да. Держи. Поторопись. Срочно вызываю базу «Ноябрь». Повторяю. Срочно вызываю базу «Ноябрь». 6 выживших находятся в большом здании посреди леса. Вы несколько раз пролетали над нами, отлично знаете, где мы. Это сообщение транслируется по открытым частотам. Срочное сообщение для базы «Ноябрь». Пожалуйста, нужна срочная эвакуация. Срочное сообщение. Мы в зоне заражения. Пожалуйста, нужна срочная эвакуация.
Вернись! Давай! Заканчивай свое сообщение! Это Соня Дюпри, я беременна. Получи, тварь! Меня укусили, но у меня иммунитет к вирусу. Повторяю, меня укусили, но я не заболела. Мое имя Соня Дюпри, я беременна. Меня укусили, но я не больна. Обманывать нехорошо. Забери ключи. Давай. Где горючее? Где горючее? Где горючее? Отвечай! Что это было?
fuck? Фрэнк! Заткнись! Что происходит? Поднимайся! Сейчас! Пошли! Чёртова дверь! Твою мать! Чёртова дверь! Фрэнк! Фрэнк! Помоги мне! Пошли! Быстрей! Вперед, вперед! Фрэнк! Если откроешь рот, я разозлюсь. Фрэнк.
Открой! Убери руки от двери! Фрэнк! 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 Давай, уже почти. Соня! Соня! База «Ноябрь» 1С-61. Повторяю, база «Ноябрь» 1С-61. Военное вмешательство на закрытую территорию. Риск уровень 4. Эвакуацию подтверждаю. Повторяю, эвакуацию подтверждаю. Медицинский код «Дельта». Объект «Соня Дюпри». Кодовое имя «Розмари». Кодовое имя «Розмари». С-61, база «Ноябрь», вас понял. 12 минут до цели.
Вы Соня Дюпри? Вы Соня Дюпри? Мы позаботимся о вас и о ребенке. Thank you.